Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот кулон в стиле пэтчворк. Начнем. Раскатываем 7 цветов полимерной глины 1,5 мм толщиной. Затем берем фольгу, сминаем ее и выравниваем. Ложим на нее нашу глину и вновь прокатываем на той же самой толщине на паст-машине. Получается текстура, напоминающая кожу. Таким образом прокатываем все пласты. Лезвием нарезаем каждый пласт на полоски, чуть меньше, чем 0,5 сантиметра. Раскатываем черную полимерную глину 2,5 мм толщиной и начинаем укладывать наши полоски. Каждый яркий цвет я всегда чередовала с одним серо-голубым цветом. Рисунок укладывания может быть любым. Тут уже куда вас фантазия заведет. У меня что-то напоминающее елочку. Главное укладывать ровно и плотно. Каждую полоску плотно прижимаем к подложке и рядом находящейся полоске. Этого полотна мне вполне хватит, отрезаем лишнее. Иголочкой или зубочисткой продавливаем полоски в местах стыка, тем самым открывая глубину каждой полоски, а также еще лучше прижимая их к основе. Вот что у нас получилось. Берем круглый катер, подбираем наилучшую комбинацию полосок и вырезаем. Раскатываем черную полимерную глину 2,5 мм толщиной в длинную полоску, примеряем ее на катере и вырезаем нужную нам, это наша окантовка. Оборачиваем окантовкой заготовку, лишнее обрезаем. Тупой стороной лезвия или той же иголочкой продавливаем окантовку, делая насечки. Для того, чтобы форма кулона была выпуклой, я использую большую лампочку. Укладываю нашу заготовку, хорошо прижимая.
Именно в таком виде вместе с лампой отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. Кулон почти готов. Приступим к креплению. Раскатываем черную полимерную глину 2 мм толщиной. Вырезаем из нее квадратик. Сгибаем его, задавая форму дуги. Края квадратика смазываем гелем и прикладываем на нужное нам место. Отправляем на повторное запекание при той же температуре. После того, как кулон запекся, остыл, осталось его только затонировать и покрыть лаком. Я тонирую черной акриловой краской. Излишки краски убираю влажной салфеткой. Покрываем лаком, и кулон почти готов. Осталось лишь добавить фурнитуру. После того, как лак высох, продеваем кожаный шнур. Клеем смазываем кончики шнура и одеваем концевики, соединительные колечки и замочек. Вот такой кулон у меня получился. К нему можно в комплект добавить серьги или браслет. Вы смотрели мастер-класс «Кулон в стиле пэтчворк» от Тристани. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!